Но видите, форзы готовы сражаться снова, и им нужна, ну, эта победка хотя бы, чтобы дать респект и не унывать так сильно, так сказать. Сейчас чуть позже подробно расскажу. Вроде бы справляются с пистолетным раундом у нас форс. Зера остается один, его сгрызают. Еще становится 1-0. Пистолетка взята. На самом деле, мы с вами можем захватить, возможно, еще один какой-то матч. Так, Расти, минус позорты. Это оружие. Стоит переживать, кстати, за дугу. Было слышно, как оформилось попадание. Им, по идее, должен его сгрызать, да. Но есть еще Шалфей. В коне у нас Исаак. Поджим шарта подлавливает. Это был Норви. И уже 2 в 5 Джерри на снайперской винтовке. Плюс есть еще и Шалфей, который фраг сделал. Джерри на месте. Ой-ой-ой, Джерри! Ай-яй-яй-яй-яй, как же было рядом! Но время, честно говоря, тратится. И эра на прикрытии сработал. 3-1 все-таки еще. И на 50% меньше геймер-легионы. Эра подлавливает в прыжке, в полете с девятки Норви. Мало того, там, возможно, еще и Кенси придет рано или поздно в спину. Но тут уже пошла работа. Мало того, взорвали Шалфея. Пакет устанавливается. Бум. Соответственно, у них есть слот уже. Даже в случае, если получается проиграют здесь геймер-легионы, опять все дублируется. Эра подлавливает Норви. Получается след, чтобы как-то попрепятствовать. Хотя, если по одному будут идти, то в теории есть вероятность. Джерри смещается обратно, моликом все-таки. Понятное дело, в рамках этого матча фаворитами выделяли Форзе. Ой-ой-ой, Эра. Подлавливает в прыжке Кенси. Минус еще и по Шалфею. И Зорте остается совсем один. А матчи как бы групповые доигрывать нужно. Все шикарно. Пятая победка у них была, исходя из предыдущего матча. Ну и давайте ближе к этому раунду. Тут Шалфей забирает Исака. Эри попал. Но тут уже пошел выход. А Джерри-то в спине. Пакет еще в коротком валяется. 20 секунд. Ну, надо уже лететь. Других вариаций нету. Джерри сделал два ключевых убийства. Ну и на этом раунд заканчивается. Тут банально даже нет времени. Расти не отпускают никуда. Все выглядит максимально симпатично. Для команды Форзе один был за бочками. Подключается второй. Джерри Норви. Красиво вместе с Кенси размансили. Тут даже услуги капитана не понадобились на самом деле. Норви вместе с Кенси сами справились. Двое. Тем временем потерял свой тиммейта Норви, но был размен от Шалфея, Савика, Зера, Юмпиком. 30 секунд. Надо уже прям двигаться, прям быстро двигаться. Им забирает Кенси. Обоюдный. Азорт уже на длине. Где он? Почему его не проверили? Но он убил има, но это был не бомкерри. Поэтому все складывается хорошо для геймер-легионов. В теории забирал бы бомкерри, раунд бы закончился, да? А так Расти минус под Джерри, ну и Шалфею тут необходимо сейвиться. И девайс, и успешно Зеро он справился. Можно посмотреть, что здесь будет по итогу. Movistar Riders 3 к 3 статистика, у Немиги тоже. В общем, сегодня будут эти игры, они уже должны играться параллельно. Зорте очень важный фраг. Зера врывается в смок. Больно же, не надо в смок идти. Еще и хаешкой добить лежачего. Хорошо отыграл Норви, не постеснялся. Врыв под флешку. Джерри от Кенси. Уже 5-2. Зорте пристрелил Исака. Ну, пока что, конечно, в рамках оружейного. Каждый из игроков Форс играл хорошо. И 7-4 на табло. Ощутимо залетела осколочная, но тем не менее фраг залетает от команды Форс. Шалфей минус по эра. Ликвидировал. 19 хп остается. Исак, есть минус. Им тоже подключился по Норве. Параллельно Зорте забирает Зера в ответ. Успел себя отзонить снайпер. Погибает Кенси. Расти тут прям кулаком прошелся про всем. И по итогу сейвить надо Шалфей с короткого. Прям как услышал его Шалфей. На самом деле этого не было. И в принципе тут заканчивается первая половина. Но Шалфея не отпускают. Хотя и Шалфей сам не 8.
Там еще, возможно, будет слот. Ой-ой-ой, Шалфей. Было бы забавно, если бы он еще второго успел добрить. Но этого не произошло. Исаак точечно в голову по норве. Ну, естественно, надо лететь дальше. Там остается, кстати. Погиб Расти, но не страшно. Есть Исаак, который забирает зорты на девятке. Походу, он знает про шорт. Хотя Джерри, по-моему, там особо даже и не открывался. Да, но не знали про него. А, это подсадка, которая сработала. Исаак падает и не отпускает все-таки Джерри. Один не успел убежать. Откидывается осколочная, но уже немножко. Замес уже будет сейчас у Норви, который вот так вот сжигается. Пока Шалфей вообще никак не сыграл. Ну и по итогу его тоже сбривают. Им еще прикрывает свой тиммейт, а падает Кенси. В коннекторе находит Зорте. И седьмой для команды Game Legion. Ну идем в регионов. Ну и без пистолетки действительно будет начинать не сильно приятно. А то Терра уже забирает Кенси по старту. Не увидел. Там еще и потеряли где-то Шалфея. Минус еще от Расти по норве. Это была попытка выйти по точку А. Ну и попытка очень быстро. Поехали. Оружейный как бы. И надо его реализовать. А румын снова в деле. Им забирают зорты. Джерри должен разменять. Да, добирает его. Летит дальше Джерри. Забирает еще Эра. Это было красиво. 3 в 4. Минута времени. Минус еще я по Шалфею. Ну, довольно-таки легкий фраг Исакам. Там у него есть тиммейт, это Зера. Норви сделал килл, но Зера успел разменять. Хотя мог сделать это еще и раньше. Может дабл, кстати, сделать. Не получилось. Кенси попадает в голову. Фейк по бомбе. Еще один фейк. 30 сек. Исак на месте. Можно забирать 11, действительно. Эра не стесняется поджимать коннектор. У Има сейчас будет. Румын на готове. Задевает, кстати, Джерри, но Зорт-то на месте. Успел попасть. Опа. Минус Шалфей. Слышит длину, но надо тиммейты, чтобы пришли уже на помощь. Как же долго это делают. Хотя Расти там успел справиться еще и с Джерри. Зорте отошел. Ну и по итогу 40 сек. Походу это сейв. Походу это сейв. Расти добирает еще и Кенси. Зорте 1-4. Да, тяжелая ситуация. Хо-хо-хо. Зера. Прикольно. Попал прям в глаз. Только против него еще 3 игрока. Ну, понятное дело, надо сохранить сей девайс. Но, походу, по Расти он тут даже и не знает. Да. Один. Падает им. Это было на поджиме дуги, если не ошибаюсь. Да. Именно здесь. Есть Расти на длине. Плюс погиб еще опорник точки Б. И пока, наверное, Game Legion и думают, что делать и как на это реагировать, можно выходить по точку А. Ключевая встреча у Расти в курилке с Джерри, с которой он справляется. Минус еще от Эра с подсадки. Ой, как долго Форзе. Тут уже вся перетяжка на месте по точке А, уже в банке сидящего нашли. Это был Грасти, 1 хп осталось. Минус по Расти, все-таки есть, добили однохпового. Исаак докибая, забирает Зорта. Эра подключился в минус по Кенси. А как же все переворачивается? И включаем Норви до последнего. Против двоих он остается. Но Эра, отличная стрельба. И это отбой по девятцам. В принципе, раунд дублируется. Играются за два. Исаак, какая голова по Шалфею. Пытается Джерри все исправить, найти размен. Исаак его угомонил. Минус капитан. Им встречается с Норви. Румын добирает. Ой, как больно. В спорте Геймер Легион играли. Они играли, у них была встреча. Убежали на целых 5 в ряд Геймер Легионы. Надо лутать этот. Ой-ой-ой-ой-ой, Норви. Все-таки есть размен. И минус по Кенси. Знает в коннекторе про Румына. Ну, там красный Джерри. 10 хп всего лишь. По идее должен взорваться, хотя он выживает.
Расти находит сидящего Норви. Минус по румыну. И 2 в 2. 20 сек. Услышал двоих. Ладно, пытался сделать все максимально точечно, чтобы не промахнуться. Видно было, что не фликовал, да? Но по итогу промах. И дуэль Расти против Джерри. Джерри! Прыжок! Ну теперь, наверное, все. Там буквально один патрон. Так мало то, он еще и в голову залетает. Чит. На банковском счету. Джерри находит фраг по ему. Исаак на размене. 4 в 4. Есть такой стартовый. Уж много времени. На девятку отправляется смог. Шалфей по двум пострелял, никого не забрал. Осколочную было бы неплохо выкинуть, но тут по молику решили пройтись. По итогу Зорты сгорает, Кенси минус. И нету уже возможности выйти в плей-офф стадию. Крайне все плохо было, по статистике. Уже имеет моральное давление на игроков. Им уже сделал фраг по Кенси. Да, дал пространство, кстати, поработать Эре снайперу. Эра подлавливается, но там должен быть Расти сработать, да, Расти на месте. Ну и Джерри остается один. 4, это, друзья, 5, одну и вторую позицию, одного заберет, второй под размен сыграет. Но даже этого не произошло. Вторая карта, друзья, будем надеяться, что... Но благо, что файты продолжаются. И будучи в защите, геймлегионы успешно справляются с этой агрессией от форзов. Два убийства от Эры. Есть Норви, который сыграл под размен. Там уже в позиции Исаак. И тем более позиции должен был делать как минимум фраг, а по итогу ни одного. По итогу приходят Зера спинку. Не прикрывали бомкерри. И по итогу два среднего. И им у нас на экранах еще и встречаются с Джерри. Успешно Джерри, к сожалению, падает, но есть Кенси против Зера. Один в один. Тут только стрельба решает. И залетает у Зера. Все смотрится поинтересней. Опа! И трофейный, по всей видимости, девайс, как Фамас, так и АТС-ка. Сейчас будет лутаться. Пакет установлен на третьем канале Майнкаст. Уже начало второй карты между командами минута. А тут уже главка занимается. Кенси нащупал Эру, который с арки. Хотя вот под флешку, может быть, и получится ворваться Исаку. А тут Кенси ворвался в ответ, разминулся с игроком защиты. Расти добрил, им, конечно, разменял, но тут уже Зорт устанавливает пачку. 2 в 4. Надо сейвить на самом деле. А тут Шалфей приходит на 15. Находит Зера, ну им... Задача не из легких, действительно, подсейвится. По-моему, Шалфей его увидел. Да, Шалфей его увидел, но им все-таки его перестреливает. Зорты тут выискивает игрока, но он, к сожалению, совсем в другой стороне. У наших зрителей фан-базы одной и другой. Ой-ой-ой-ой-ой, им. Реализация М-ки. Возможно, еще один девайс будет поинтересней. И находит еще один килл. Зорт сыграл под размен. Надо Исаку забрать этот девайс. Игрок с сайда, это был Зера, по-моему. Эра поспешил. Шалфей с ним справился. И кто это был? Зорт. Шалфей справился, зато Зера. И, по всей видимости, Форза это останавливали. Да, увидели модельку. Зорт. 3 килла от него. Да, посматривает Зорт. Успел отреагировать на модельку. И только один Зера в больших песках. Будет пытаться защитить происходящую попытку выйти под А. И под Б в частности. Потому что Джерри уже это про Б вышел. Так мало того, еще и Расти находит в спине. Правда, там Эра минус бомкерри оформил. И уже 3 в 2. И не знаю, что у них спина горит. Зера находит Шалфея. И походу Исаак хороший тайминг под Джерри. Да. Паджерос. Эра в поисках приятного тайминга. Находит одного. Мог, кстати, еще добрать второго. Норви сыграл под размен. 4 в 4. А не знаешь, что у них зелень без контроля, да? Походу нет. Зера падает. Мало того, им даже и не посматривал. Знаю, что слева его грызут. И Джерри все-таки забирает. Бомба ставится. Не хотят идти на сейф. Расти верит в свои силы. И причем убийство-то сделал. На контроля сайде. Расти пытается его вычислить. Не видит никого. А вот теперь встреча оформлена. 4 хп, кстати, остается.
Ну там шальную пульку надо повесить, киты забрать и раздефать, но времени нету, да. Время. Подпрыгнул, и сейчас найдет свою смерть. Лица Кенси, да, Кенси его дождался. Ну, человек только с одной стопающей гранатой, а тут приходит дядька Кенси и решает все вопросы. Пятый для форта нет. А он-то есть. Взрывается. Признаков еще нету. Но если заберут этот, возможно, не будут. А тут есть уже стартовое убийство. Подключается Эру, успел, кстати, разменять Джерри. И как-то далековато был Зорта. Зера минус пошел. Фея, ну вот они, признаки, по всей видимости, да? Да, Кенси успел найти размен, но там в сайде человечек, который, наверное, как бы и не просто. Да, да, все, знают про бомбу. Ну что, Кенси, 40 секунд, на самом деле еще можно побороться, почему нет? Так, Эра в метро, увидел его. Нет, это все-таки был промах. 3-6 и ваш. Поехали в раунд под номером 10. Им уже находит Кенси. Вижен под Б. Там наверняка еще будет обновляться. Как минимум молик есть в количестве двух штук. Эра еще и шалфея побрил. Минус от Има. Забрили еще второго. Это был Исаак. И Зорте один. Ну, все, друзья. Фейк по бомбе не сработал. Выкурил он, конечно, румына, но как бы уже все. Поздновато. Максимум. Как-то нарушить экономику. Галил и пистолеты. Это вообще full force. Зорты. Отличный, смачный хедшот. Вернуть действительно неплохие, если взять этот. А там еще и Зера сгрызли под козырьком. Проима знает, что он находится на главке. И, возможно, Джерри даже удивит. Позиционно хорошо двигается. Ой, Черри. Хотел украсть. Практически получилось. Им еще второго добрил. Подключился Расти с малых песков. И по итогу мы достаточно. Даже киты присутствуют. Все, по Нори есть инфа. Нори, красавчик, забирает второго. И создал дуэль. Как же геймер-легионы такое проигрывают. Ну и Нори молодец и забирает последнего. Третий. Килл для него. Норвик. 50 секунд дополнительно к 90 существующим. Поэтому, возможно, это вам и ответит на вопросы. Эра. Отличный килл. В полете Кенси добирает. Там еще и Джерри присоединяется к Кенси. И решил все-таки Норви все исправить. Проблема, что есть размены. Исака. Надо менять позицию. Промахиваются по... Шалфею, но забирают зато Зорты. Удивительно, как это получилось, но получилось. По-моему, он забайтился на этот выстрел, хотя им просто выстрелил. Просто так, но, возможно, и умышленно. Подгорает Расти, 13 хп. И по итогу его выкуривают. Легче убийство не придумаешь. Зорты ожидает врыв, а он есть. Да, под флешку, но флешка как-то не сработала. Сработало, но не надлежащим образом. Тут еще им на поджиме подлавливается шалфеем. Уже 5. Но это не отменяет того, что можно и не зря было сделано. Зера с 5-7. Кенси налево не посмотрел. Норви находит фраг по Расти. Это был поджим под флешку. Ой-ой-ой, Эра, неплохо, но Норви-то был на месте. Играл под размен. Есть инфа, что в сайде есть еще один. Но шалфей не отказывается от выхода дальше по точку А. Забирает опорника. Он услышал игрока на 20. И сейчас Норы, по идее, должен его ликвидировать. Зера. Вроде бы первый выходил Зорте, а погибает. Есть пробитие. И увидел, кстати, шалфей. Опасно действует шалфей. Очень красный. Почему он на проб? А, он отвернулся. Ну, кстати, эта тема не всегда работает. Шалфей мог его и забрать. Пистолетка. Ну и, наконец-таки, завели нам программку. Решили форс подпушить центр. Причем удачно. Забирают Исака. Им там одного добрил Зорта. Поставил хедшот по ему. Нори работает с банана. Минус еще и Пазера. Сопротивляется Эра. Пытается, по крайней мере, это сделать. Но мы видим, что на этом пистолетка, собственно, и заканчивается. 10-6 становится счет. Если пойдут по точку Б команда Game Legion, там всего лишь один опорник у ее Зера. На отходе находят голову шалфея.
И Расти все это дело слышит. Ай, залетела та родная. Тяжело. Наверное, все-таки с учетом этого убийства попробуют. Да, очень надо фарзам это сделать. Четко. Либо в тайминг 10-7. Конечно, такое фарзам проигрывать было нельзя. Тут уже второй подошел на ковры. Пошел выпад. Маг 10 в деле. Ой-ой-ой, Сак забирает еще и Шалфея. Подлутался Галил. Минус еще по Кинси. Это был игрок под сеном, который смотрел все-таки эти ковры. И, походу, комбинация сработала. Джерри ворвался на мужика, забирает красивые кастрюли Норви. Подгорает Норви, приходится все-таки тратить этот... Оу, смог Шалфей. Крайне вовремя, там им как раз и отвернулся от этой флешки. Ямой Зорте. С помощью Молика выигрывается эта дуэль, хотя было попадание по Исаку. А в бойлере это зеро. А в бойлере это зеро. И уже 3-4. Сейчас как бы Шалфею тут не быть в бланде. Хороший тайминг, но с бойлера есть еще один выходящий. Это зеро. С которого, в принципе, начинался этот раунд. Проходят дальше. Большие пески не сработали. Зеро недопроверил Норви, а так бы смог выиграть раунд. Но выиграет раунд все-таки Расти. Успевают отреагировать. Это Джерри, который в очередной раз прыгает и погибает. И снова Расти. Это повторяется снова. Это как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. С эпицентра событий. Ой-ой-ой, Зорте. Красивый флик. Это было симпатично. Гибает. Так, Зорте. Еще один фраг. Причем это был первый бомкерри. Довольно-таки легкий фраг для Зорте. Исака желательно не надо пушить, он его подлавливает, там параллельно эра еще находит фраг. Шалфей, благо, что его угомонил, и 35 секунд. Про Исака точно есть инфа. Пытаются как-то тапами туда работать. Зорте угомонил все-таки Исака и последнего красного има, который в теории должен был вообще... Хотел агрессивно отработать по банану, не получилось. А тут, кстати, агрессивно Шалфей на втором миду сыграл. Как и Кенси, ну, можно сказать, что успешно. Отпускает. Зачем что-то придумывать, правильно? И второго не получилось забрать. Это очень было важно для Зорта, чтобы он отреагировал. 13 хп отстраняет, кстати, Эру, как же вовремя. Услышал игрока, но, к сожалению, его забирают. 2 в 2, пакет ставится. Проверяется тюрьма. Минус Эра. Прошел, кстати, мимо Расти, который просто морозится до последнего. Морозится! Успел отреагировать, а времени нет. Это 13-й за командой Gamer Legion. Расти! Теперь можно стягиваться уже Норви, что он и делает. А там заруба была на зелени, но разменялись один в один. Исак живет. О-хо-хо, тапами забирает Норви. Зорте параллельно отработал по иму. Эра услышал поджим от Джерри. И, возможно, это было зря. Возможно. Но пока 2 в 3. И неужели пушит, промахивается Зорте? Остается последний Кенси. Но они не знают, где он находится. Кенси это печаль. И вот так вот Эра тапами просто Кенси увольняет. Норви нашел остров безопасности. Горит. И сгорает. Джерри подключается. Он временно отстранен смоком. Не стесняются, прошивают сюда же. Там параллельно еще и Кенси сбривают. 2. Это матчпоинт, и это, друзья, 15-й раунд. Остается только сохранять этот фамос. И, по всей видимости, действительно это будет правдой. Неужели будет врыв от Расти в смок? Он это любит делать? Но неужели сделал? Находит Джерри. Ладно. Сжигает все под его ногами, но он в сейве. И ни одного килла не сделал. Шалфей успевает подключаться, но тут перекрыли Вижен смоком. Расти на поджиме забирает еще и Зорте. Остается Шалфей и Кенси. Бомба под Б установлена. Это, друзья, 2-0. Победа команды Гейм Легион. Они проходят уже в плей-офф стадию. Но команда Forze, к сожалению, нет. Так мало того, еще мы их премьер-лиги...